понимаете, там Дима думает, что я какой-то урод. Вы что, нахуй? Я, блядь, сейчас пиздится на меня. А можно алкоголь? Ищи вот здесь вот в куче, чувак. Либо пацаны сперли. Чувак, я пришел раньше вас всех, я видел, как вас всех запустили. А ты хитрый, ты, короче, вообще подготовился. Спектакль ну, разыграл. Я курточку купил другую, чтобы вы не узнали. Реально, то ты и в капюшоне, и ну, и на лицо не похож был на себя. Мы уже начали ехать, слава богу. Паша взял наушники у Димы, когда он спал, и... В общем, смотрите, что он сделал, покажи. Ничего не делал Ничего я. Ничего не делал. Он взял его наушник, закинув пачку с перцем. Вы что вы здесь снимаете? Там Дима думает, что я какой-то урод. И все подумают, что я какой-то урод. Во рту, в горле этот привкус типа херового перца. Я просто уже чувствую, как оно отвратительно. Как сказал ну, Паша, вы знаете, с кем едете. Как... Я не знаю, у меня какого-то хера на руках шли. Что случилось? Там мне перцем хоть, блядь, дёргай. Кирюшу так обмазали перцем, походу. Или он надышался, я не знаю, что с ним происходит. Кирюша, не плачь, все будет добро. Как ты думаешь, а где перец взялся? Я не знаю, где он взялся, но это жестко. Я тут сидел и никуда не ходил. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все. Сука, нахер он? Где мой телефон? Вышел. Я, блядь, сейчас пиздец. Я тут не причем. Заебись, тупо, блядь. Но мы реально, ну, ребята, охуели, нахер так много. Охуеть, вот именно типа без палева, типа просто классные ребята. Сука. Ни разу не видно, да, что ты вот типа привет. Ну вот издевается над Кирюшей, а у меня уже нос печет, потому что вот эта вся херня, все вот эти вот крошки с перца, они попадают в воздух, и вот начинает нос печь, и рот, и все вот эти дела. Так что нормальная взрывная волна. Оттирайте телефон, блядь. Да попустила уже, но так один глаз что-то не открывается. Выбежали на остановке, чтобы сходить в магазин. У нас есть всего 10 минут, и надеюсь, не уедет без нас. Пожрать надо, что взять. А можно алкоголь? Везде куча бананов, еды. На часах без 10:05 и посмотрите, что здесь происходит у нас. Кажется, тут рота, блядь, солдат спит. Судя по картине, тут какая-то писка была жесткая, малолеток. И при том, что здесь были почти все трезвые. Просто пиздец, блядь. В смысле, все обычно даже. Да, мы практически никто ничего не пил. Хочешь эпичный фаталити такой увидеть? Какой? Не хочешь? Да. Ты пидор, блядь. Похуй, так сойдет. Сука, я в курточке. Сука, купил курточку. Я тебе один раз надел. Что это за... Мне кажется, это тропическое наслаждение. Это реально, типа, тропики смешались с этим. Со смелой. Тропики смешались со смелой. Немножко бетонера еще прилетело тут. Ребята, поспал я где-то минут 40, мы уже подъезжаем к Николаеву, все просто вырубились, и самое время их будить.
ожидал, что мы с тобой проснемся позже всех, на самом деле. Но я реально минут 30 поспал, мне просто стыдно было. Люди приходят, а я или ржу, или просто закрываю, чтобы меня не видели, потому что я возле этого скотя. Просто там. Вот сюда. Просто знаешь, в чем дело? То, что там в начале вагона идет этот контролер, или как его называть? Кондуктор собирает постель, когда он сюда доедет. Да он уже дошел, пытался нас разбудить, и он собирать, а там просто... Он просто знает, что внизу. Это мы просто спрятали его спальником, а внизу там реально пиздец какой-то. Бананы, сосиски, и все, в перемешку. Как раз идет контролер. Контролер идет поспать. Будешь пизделей получать. Так, доброе утро. Все проснулись? Да. Все, собираемся. Это что тут такое? Наведите, пожалуйста, порядок. Да, так Кирюша упал, тут зацепился, спотыкнулся. Педлю, подслаживайте все сюда. Да. Коллега, давай собирай все. Слышь, белье подслаживайте, опасно тут. Причем она летит прям туда, я еще нажимаю в это время вот эту кнопку. То есть оно бы улетело, вы бы улетели все вон туда. Капец какой-то. Да, уже все, уже утро полным ходом. Мы просто обожгли все, что можно этим гребаным перцем, устроили зомби-апокалипсис, не знаю, мне так стыдно никогда в жизни не было. Первый раз в жизни вижу такой туман, где реально через 100 метров ничего не видно, ты вот идешь такое, типа, вот вроде люди, а потом они просто уходят вот в никуда. Но можем вернуться. Ну я не удивлен, что ты его проебал. Реально прям вернуться? Run. Забыли с Андрюхой вещи. Надо найти. А я вроде шапку забыл. Ищи вот здесь вот в куче, чувак. Так. Я шапочку, а он баллон. Либо пацаны сперли. Да это ребята, которые здесь, мы на полковых спали. Если бы мы... Что, есть, нету? Да, есть. Нашел? Да. Есть? Что тут натворили? Ну, все. Ладно, хоть не топчись. Все. Главное, что нашли. Я шапку свою забыл, как оказывается. Андрюха баллон, да? В общем, не зря мы вернулись. Рагу. А мы заселились уже в отель наш, зашли покушать, у нас вот такой вот завтрак интересный. И мне все это надо будет говорить. Что... Да, настоящий английский завтрак, как сказал Дима. А я вижу, вы по-скромному, да? Накладывал не я. Я просто показывал его скромно. Накладывал не я. Ну, смотри, наклал себе на тарелку. Я понял. Ну так и что, за что я не хлопцы, хлопцы с великого села. Приятного аппетита. Город. Ну вот моя тарелочка и ее пацаны. Вот не скажешь, да, на первый взгляд, что в этого парня влезет вот это. Знаете, с кем я буду жить? С прекрасным обладателем бриллиантовой ноги. Таза. И таза. Первое впечатление, в принципе, нормально, но кроватки тут маленькие. Если сдвинуть, то будет все неплохо. Не плацкарт. Ну да. И это уже так, дает. Погнали сюда. Угу. Ну, я вам, в принципе, скажу, так что... Обуви, а. Неплохо, неплохо. Вот, сейчас будем раздеваться. Я вообще хочу принять душ и чуть-чуть отдохнуть хотя бы часика 2-3, потому что я поспал сегодня всего 40 минут. Ребята, точно так же. Мне кажется, мы сейчас все до обеда будем отсыпаться, а потом будем по чуть-чуть выбираться в город. Мне кажется, до 6 мы будем спать, а потом тупо на... Ну да, у нас сегодня тусовка в 6 во фризере.
Вот, но у нас в планах еще походить немножко по городу, посмотреть, что тут есть, так что не будем загадывать. Все, идем спать. Давай на своим стакан им дадим. Эти пьют мочебумчика.